Ну что, лапотники, соскучились? Сейчас я вам покажу, какую набережную, какие прекрасные дома выстроили буквально за год. Заметьте, набережная выполнена в уникальном стиле модерн. Вместо просто асфальта какого-то там и решеток, называемых перилами, здесь обрамлено все. Тут стройка еще продолжается, ну, по бокам. Но вот основную часть я вам покажу. Во-первых, вместо бордюров таких, точнее решеток под названием заборы, здесь она обрамлена камнями вот такими. Далее вы сейчас скажете опять: бетонные блоки. На каждом бетонном блоке, я вам тоже покажу, подойдем потом, на каждом бетонном блоке выгравирован рисунок в стиле коренных народов. И смотрите, какой асфальт сделали. А теперь посмотрите на дома. Огромные окна, просторные, огромные окна, балконы. Все выполнено в стиле модерн. Не то, что там человеники какие-то вот понастроят там в России, в больших городах. И даже балконы иногда, балконов нет у людей. А тут вот. Вот так вот все выполнено. Такой вот rugged landscape как бы создан, уникальный. Сейчас мы подойдем, мы сейчас посмотрим, какая лестница, тоже лестница не просто на отшибись обычная, а в стиле вот высеченная из скалы. Сейчас пока посмотрим. Вон какая лестница. Я закрываю микрофон, чтобы ветер не дул. И вот дома такие. Сейчас еще посмотрим. Смотрите, какой вид. Теперь смотрите, бетонные блоки, которые вам так запали в душу, вот на каждом блоке высечен рисунок в стиле коренных народов. Это лосось. И так далее. Бабочка. Ладно, покажу каждый по дороге по нашей. Это уже, кстати, на вот это уже на стороне Квебека, через реку. Вот такие новостройки. И вот там какая набережная. Тут красивая такая, так покажу здание. Тут красивая такая мозаика выложена. Сейчас тоже поднимусь.
Конечно, сейчас найдутся умники, которые в начале мая спросят, что зелени нет? Ну, зелени уже есть, но ее не так много, сейчас скажут, зелени нет, ой, как все уныло. Но уже есть, смотрите, уже цветут листочки. Ну, просто еще такой вот пышной зелени нет пока. Так, смотрите, такая тоже скамеечка, опять же, это в России кинут там два бревна и сиди, это дизайнерское решение такое. Так, специально вот такой выступ, и тут скамеечка. И вон как выложено. Тут волны, сейчас подойдем поближе. Солнце. Мозаика. Тут еще строится вот. Это чисто новостройки. Я еще не понимаю претензию, а чё людей нет? Я не понимаю, типа, а где малыши бегающие, а где там какие-то с колясками всякие? Я вообще претензии не понимаю. Вам что, скучно в собственном обществе? Им нужно, чтобы толпы людей ходили, и желательно, да, еще желательно мусор бросали и не убирали за собой, да? Людей им, видите ли, не хватает. Сейчас. Конечно... Солнце светит, мне очень удобно. Тут тоже вот новостройка. Тут здания будут... Это отражение в окне. Сейчас. Это вот коммерческие здания, а там дальше вот квартиры. Тут тоже еще строится. Какие интересные скамеечки. Опять булыжники вот здесь, видите? Булыжники, но не простые. Смотрите, какие. Сиденья такие блестящие, не приделаны. Тут йога проходит. В таком, да, тут чуть-чуть оставили фасад от старинного здания вот так вот. А тут
опять же эти скамеечки.